8 детей найдены мертвыми в доме на севере Австралии. Полиция штата Квинсленд сообщила, что дом находится в пригороде Манура города Кернс. Прибывшие в дом полицейские обнаружили там тела детей в возрасте от 18 месяцев до 15 лет. Кроме того, ранение получила женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Сейчас она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Пока неизвестно, что случилось в том доме. В правоохранительных органах лишь рассказали, что все погибшие дети приходились друг другу братьями и сестрами, а раненая женщина – их мать. Премьер-министр страны Тони Эбботт и другие политики уже назвали ситуацию страшнейшим преступлением. На месте преступления работают криминалисты.